6 выводов из книги «Мир трех нулей. Как справиться с нищетой, безработицей и загрязнением окружающей среды». Как спасти мир за 6 шагов. Чтобы сделать мир лучше, совсем не обязательно быть суперменом. Это уже много раз доказал Мухаммад Юнус, бизнесмен и автор книги «Мир трех нулей». В ней он рассказывает, как победить наших главных врагов, безработицу и экологические проблемы. Ты можешь бесплатно скачать книгу, купить или слушать онлайн. А можешь сэкономить время и узнать 6 главных выводов без воды всего за 5 минут. Если бизнес, то социальный. Какая у большинства бизнесменов главная цель? Правильно, сделать побольше денег. Но Мухаммад Юнус – сторонник социального бизнеса. Он пишет, что нужны такие проекты, которые будут не только обогащать, но и решать проблемы людей. Например, создавать дополнительные места, производить одежду и еду. Подумай, а что мог бы предложить другим ты? От загрязнения страдают бедные. Ты замечал, что грязные фабрики и производства строят только в небогатых районах. Там никто и не думает заботиться о воде и воздухе. Это приводит к тому, что в городах появляются свалки, трущобы, а среди них живут люди. Так бедные районы становятся еще беднее. Откуда берутся протесты? Автор пишет, что главная причина всех протестов – это социальное неравенство. Именно бедные люди начинают восстания, ведь у богатых все и так хорошо, им не нужно ни за что бороться. Так что если ты хочешь начать путь к богатству, советую прослушать саммари книги «Думай как миллионер». Хорошая идея для бизнеса. Если поискать в интернете идеи для бизнеса, найдутся кофейни, бильярдные, магазины и так далее. Увы, сейчас этим ты никого не удивишь. Но автор книги «Мир трех нулей» делится полезной идеей. Всегда будет актуальна польза для здоровья. Люди понимают, что легче вести здоровую жизнь, чем потом лечиться таблетками. Это значит, что спортивные секции и магазины с экологическими продуктами без прибыли точно не останутся. Возьми это на вооружение, если захочешь открыть свое дело. Внешность не главное. Какие фрукты ты обычно покупаешь в магазине? Те, которые выглядят лучше остальных, верно? Хотя фрукты с вмятиной или пятнышком не теряют свои витамины и полезные свойства, они все равно часто отправляются в мусорное ведро. Подумай об этом, когда в следующий раз будешь откладывать неидеальное яблочко. Техника против коррупции. Автор книги пишет, что с коррупцией можно легко бороться с помощью современных технологий. Например, если бы люди получали всю информацию через приложения и официальные сайты, они бы никак не контактировали с чиновниками. А значит, никак бы не смогли передать им взятку. Сложные проблемы порой решаются проще, чем кажется.